Всех приветствую на канале Майер, подписчиков, гостей. Сейчас набирает обороты покупки через интернет с AliExpress. Там продаются разные интересные преобразователи, но китайцы, они в принципе большинство своих модулей не защищают от переплюсовки. Но, видимо, это им дает какой-то прирост продаж. Ну, я как маркетолог, я так понимаю, что именно поэтому схему переплюсовки несложно, значит, выполнить, но они намеренно этого не делают. Значит, мы покупаем десятками штук, половина из них горят по нашей невнимательности, поэтому давайте сделаем. У модуля нету защиты. Теперь есть. Это будет самая простая схема, элементарная, делается в 5 минут. Вы сейчас в этом все сами убедитесь. Можно сделать сразу их десяток и потом уже просто ставить их везде, где ни попадя. Все, реклама канала и погнали. Так, для этого берем диоды. Ну, вот они у меня есть вот такого плана. Уже наполовину собраны в диодный мостик. Вот, вот это мы, значит, оставим. Значит, здесь у нас будет переменка. Ну, будем считать плюс-минус, если мы меняем полярность, это как переменка. Вот сюда будет на эту сторону переменка, а вот здесь уже минус выходить, да? И теперь аналогично у меня есть, я уже тут начал выпаивать, то есть она так не годится, ее надо полярность перевернуть, поменять. Ну, давайте тогда выпаиваю. Я тут начал. Второй диод. Надо отпаять. Так, если мы занимаемся электроникой, электрикой, можешь шандарахнуть током. Ребята, приобретайте знания по охране труда. Пройдите самостоятельно обучение. Это будет вам полезно, нетрудно. В сети вы найдете нужную литературу, почитайте. Это действительно полезно. А то куда-нибудь пальцем в 220 вольт залезете, а потом Майер будет косвенно как-то виноват. Я не хочу, грех на душу брать. Ребята, я вас предупреждаю, читайте, изучайте. Так, сразу проверим. Сразу проверяем на СР-тестере. Так, рабочий элемент. Теперь надо припаять сюда же. Но только обратной стороной медали. И теперь припаиваем. Ну так пропаяли аккуратненько. Далее нам надо припаять будет вот сюда еще подпаять два провода. Это значит, у нас будет вход два белых, которые будут нам показывать, что полярность не имеет значения. И припаяли капелькой. Теперь подпаиваем черный. Это у нас будет минус импровизированный. Так, и припаиваем красный. Это у нас будет плюс. Итак, собрал вот по такой схеме. Схема собрана. Вот такая симпатичная получилась. Теперь эту схему надо проверить. Так, берем, подключаем. Значит, плюс. В эту сторону. Это значит понижающий ДКДК преобразователь. К
которые преобразуют напряжение, начиная от 36 вольт и до 1,2 вольта. Ссылку я скину в описании. Так, здесь у нас вход. Так, здесь у нас уже, мы понимаем, неважно, как мы подключим. Защита от дурака должна сработать. И на выход я подключу, наверное, какую-то лампочку. Вот возьмем вот такую лампу от мотоцикла, 12-вольтовую. Сейчас я намеренно подам сюда, ну, где-то 30 вольт на вход, а на выходе я поставлю, значит, 12 вольт. Ну, обычно мы так и пользуемся конвертерами. И посмотрим, как срабатывает эта защита и посмотрим, насколько греется. У меня, по-моему, эти диоды, значит, на 10 ампер каждый. Посмотрим. Загадывать не будем ничего. Но что-то мне подсказывает, что все будет нормально. Так. Подключили 24 вольта. Источники питания. Меняем полярность. Наблюдаем, значит. Все прекрасно работает. Регулируется. Видим. 1,2 вольта на выходе. 24 вольта на входе, на выходе. Так, теперь выставляем 12 вольт. И теперь подключим лампочку. Лампочка горит. Давайте посмотрим. Так, какой, значит, на входе у нас ток? 0,8 ампера. Давайте подержим немножко, пусть поработает. Чуть-чуть добавим. До 2 ампер. Два ампера на выходе. Диоды, я скажу вам, греются. Градусов до 50. Ну и так, видим, тут вот здесь вот есть площадочки, да, под винтики, и можно закрепить какие-то алюминиевые радиаторы, если мы будем использовать токи более 2 ампер. Ну, в общем, это все надо экспериментально тестить, подбирать радиатор, отводить тепло, и все будет прекрасно работать. Ну, до 2 ампер, вы видите, все, схема справляется, все работает. Защита от дурака срабатывает. Меняю полярность, при этом конвертер работает исправно. Вот такую схемку я вам рекомендую. Я говорю, я посмотрел 5, наверное, схем. Но по сборке и
чтобы элементарно понять, как она работает, самая простая вот эта. Легко и просто делается. Пользуйтесь самой вот этой простой схемой, она рабочая, все нормально с ней. Я вам показал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. По комментариям и лайкам я сужу, значит, интерес к радиотехнической вот этой тематике на своем канале. А если будут у вас какие-то предложения, там, пожелания, вы пишите, да, все что угодно. Что первое придет вам на ум, то пишите. Я буду знать, значит, интерес у вас есть, и эту тему буду продолжать. Ну, это понятно. Всем спасибо. Это был Майер.